Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть под названием Зуба. Сегодня будем играть за нашего драконского комоду паладина Нику. Да, за вот этого варана прекрасного. Сегодня у нас, ребятки, как вы знаете, много чего интересного завезлись. Узнаете сегодня секреты клановой битвы небольшие. Ну, наверное, начнем с акции. Вот такая вот акция, на скинчик новый на Бетси. Октоберфест Бетси. Прикольно? Ну, такое. В чем суть этой акции? Это то, что покупаете скин в магазине, получаете бонусом феромоны на Бетси. Все. Ничего сложного. Скин в магазине, ну, давайте глянем, что там по цене. Ну, дорого или нет? 10 баксов, ребят. Решайте сами, дорого или нет. На мой взгляд, да. Думаю, для обычного скина такая цена, ну, наверное, дорого все-таки. Я бы все-таки немножко, ну, если бы разработчики не были гениями, они бы, наверное, придерживались ситуации с тем, что игра была бы популярная, там много играли, и тогда цены были не x10, да, а x1, к примеру, или x2. Ну, то есть 1-2 доллара за скинчик было бы норм. Его покупали миллионы игроков, и все было бы красиво. Ну, гений разработки, на то и гений разработки, чтобы испортить супер игру. Ладно, не об этом. Клановая битва, ребятки. Вот такие результаты пока что на второй день. Вот эти вот ребята, как видите, немножко мутанты. Мы узнаем сейчас их секреты. Почему они мутанты, а мы нет. Да. Секреты несложные на самом деле. Заключаются они в одном простом действии. Ну, помимо десятков часов игры в игру Зуба, да. И помимо дикого абуза на низком рейтинге, там будет один нюанс, который вас заинтересует. У нас, ребята, тоже есть такие, которые таким образом набивают киллы для клановой битвы. Меня это все не радует, если честно, как игрока в игру Зуба более-менее адекватного, да. На мой взгляд, игра должна быть для всех, а не только для гениев, которые играют по 10 плюс часов в день, да. Но об этом мы поговорим с вами не сегодня. Я думаю, подберем более удачный день и обсудим. Ну, не то чтобы теорию, а логику. В общем, я расскажу вам много интересного. А сейчас, ну вот, как видите, у нас, в принципе, такая ситуация, что 4 клана, ладно, 5 кланов более-менее адекватных, да, это мы, и один клан, который выбивается по балансу, ну как по балансу, по гениальности не выбиваются, давайте их посмотрим. Вы видите, здесь очень много тысячников, да, очень много. Ну а потом идут обычные нормальные ребята, которые 300, 200, 400 очков, ну вот адекватные, да. Ну и, конечно же, есть всегда те, кто ничего не делают, которых я, кстати, иногда кикал со своего клана, кстати, многих, если что. Ну вот как-то так, да. Так вот, как же они это делают? Как же вот эти вот ребята вытаскивают победу для гениев, которые у них там внизу сидят и ничего не делают? Я вам сейчас покажу. Заходим на первого, будем смотреть по очереди. Ну быстренько постараемся посмотреть. Вроде бы обычный аккаунт, да? Играет там где-то 1200, где-то 1100. Ну нормально вроде, да? Смотрим ниже, опа. А что это такое? Это ник у нас 160 рейтинга. Интересно, да? Интересно. Ник у нас 160 рейтинга. Где-то мы это уже видели, да? Давайте заглянем дальше, что еще есть у этого друга интересного, да? Видите что-то еще интересное? Я не вижу. Окей. Закрываем этого друга, открываем следующего. Да, который набил 2000. Тоже вроде бы 1200, 1100. Нормально вроде бы, да? Нормально. Смотрим. Опа, Нику. 410 рейтинга. Интересно. Совпадение, да? Наверное. Сова, 162 рейтинга. Совпадение? Наверное. Кстати, заметьте, почему-то всего лишь два слота из того, что это даже этот 13 уровень. Немножко странно, да? Почему не 3? На 9 уровне открывается третий слот. Чувствуете запах интеллекта? А, он присутствует. Что-то еще посмотрим? 12 уровень. Ну, ладно, тут ладно. Тут ладно, да? Это мы можем еще понять и все такое. Ну, и тут как бы два персонажа, да? Окей. Давайте посмотрим третьего и четвертого. Ну, я думаю, четверочки нам хватит, чтобы понять суть. Джейд. 400 рейтинга, совпадение, да? Причем, заметьте, видите, этот даже не играет особо. То есть он чисто ради клановой битвы зашел упороться. Пахнет гениальность, я считаю. Немножечко, да? То есть, посмотрите. Нико, 10 уровень, 400 рейтинга, да? Ну, то есть ему как бы... Ну, возможно, он потом добьет себе рейтинг. Тут я не буду, как говорится, осуждать или что-то еще. Но что видим, то видим. Да? Ну и четвертый друг, который набил 1300. Что мы имеем у него?
1100, ну это тоже более-менее адекватная игра. 1100-1200 делает, да? И скорее всего здесь, опять же, друг Нико. Вот как-то так, ребят, если вкратце. Вы все, в принципе, поняли. Кстати, Рави нас... А зачем Рави? А зачем Рави обузить? Он же не очень удобный для... Ну, в общем, гениев не понять, как вы понимаете, да? Рави, Скипи... Ну, Скипи еще ладно, а вот Рави вообще... Ну, Скипи тоже, кстати, не самый удобный. Челика бака нету, представляете? Бака нету. Вот как-то так, да, печальное зрелище. Ну ладно, не суть. Все в том, что, ребятки, у них есть Нико у всех, да, и они через него обузят. Давайте посмотрим у нас, ребята. У нас же тоже ребята есть, вот. Вы можете оценить. Все действуют, в принципе, по одной стратегии, да? Практически не играют и при этом обузят. Вот, вдруг у нас обузят на баке. Да. На Джейд обузят. И, наверное, все. Нико, может быть, здесь даже нету. Ну, хотя вот Кала еще 800 рейтинга. Да. Все. И остальные тоже, видите, такие. Такое ощущение. Ну, вот Нико еще 700 рейтинга. То есть, почти на всем обузят. На всем, что есть, старается обузить. То есть, вообще, вот видите, да? Упарывается по полной. Ну, плох нету. Многие ребята очень хотят побеждать. Многие ребята очень хотят добиваться, ну, наградок в игре зуба. Но, конечно же, это вся вот эта фигня. Эта вся проблема, она заключается в том, что, ну, гении разработки, к сожалению, сделали все так. К сожалению. Мне это печалит не меньше, чем вас, потому что они такое ощущение, что думают об одном игроке из 500 тысяч, по ощущениям, да, то есть 500 тысяч должны быть гений, ну, должны быть страдать, а один гений, который играет 10 часов в день и больше, должен забирать награды. Как-то гениально звучит, да? Ну, вот примерно так. Ну, кстати, этот ник почему-то не будет. Ну, ладно. То есть, как говорится, выбор, как они киллы делают. Я примерно делаю, чтобы вы понимали, вот видите, у меня 200 киллов. Вчера, правда, немножко забомбил, но не суть. Примерно за час игры 100 киллов. Это мало. На Нико можно делать, вот как они делают, за один бой, примерно за минуты 3 боя. Вот честно вам скажу, без всякой фигни, ребятки, 3 минуты боя на Нико, как они вот эти вот ребята делают, да, принесут вам где-то 15 киллов. То есть думайте, да, сколько киллов вы будете получать за просто час игры. 300. То есть из-за того, что они обузят, опять же, эта механика сделана гениями разработки, из-за этого вся проблема, конечно же. Не было бы обуза, не было бы проблем, и все бы играли адекватно, в равных условиях. Но гении повсюду, к сожалению. Из-за этого, да. Мы должны проигрывать клановую битву. Гениально? Гениально. Вот как-то так. Да. Немножко печально. Мы сегодня будем тоже играть на Нику. Ну, мы так. Побегаем. Кстати, вот железная дорога. Идеальная карта для Нику. Я кофе брать не буду, потому что я хочу поиграть адекватно. Да, киллы, конечно, для меня тоже важны, и с кофем Нико. Ну, понимаете, в чем суть? Вот вы берете этого Нико, запускаете его в 14 уровне, да? На, как бы это сказать, на против игроков на 3 уровне, да? И как вы думаете, что вот, что будет происходить? Вот какая ситуация будет происходить? Вы под кофем просто бегаете на той же железной дороге, да? Нажимаете кнопки, даже я бы сказал не так, ребятки. Вы нажимаете кнопку с активным навыком, вы не нажимаете кнопки другие, понимаете? Ладно, тут зебре, наверное, было бы более важно. Так вот, вы нажимаете кнопки. Точнее, нет, вы нажимаете просто один навык по очереди, да, и бегаете по противникам. И они самоуничтожаются, по сути. Потому что Нико, ну, вы знаете, это Нико. Да, он слишком имба. Так вот, это я к чему? О, смотрите, гений в моей команде. Это я к тому, что... К сожалению, такова реальность. Такова и другой реальности... Нету и не может быть. Мне неприятно это осознавать. Я хочу играть адекватно. Заходить в бои, играть, как играется, да. Без всяких обузов, без ничего. Но почему я должен проигрывать гением, который обузят по 10 плюс часов в день? Это выглядит очень странно. Ну, кстати, они не 10 плюс часов в день, как вы поняли, обузят, да? Если они делают на Нико, как мы с вами думаем, да? То количество киллов, которое я уже говорил, ну, примерно 300 за час, да? Это, в принципе, реально, я думаю. Такое количество киллов делать. Потому что бои намного быстрее. Вот 2 минуты, 3 минуты бои. Ну, на железной дороге. То есть они... не могут даже фул убивать карту. Они просто бегают. Убили там за первые 2 минуты противников как можно больше. И вышли из боя. Сделали двойной перезаход. И все. И пошли в следующий бой. Возможно, даже так они делают. Я тут не могу на 100% быть уверенным. Но, скорее всего, да. Для них это выгодно. Ой. Ну, вот, кстати, вот такие вот гении. Которые вечно убегают. Это проблема игры зуба. Они меня постоянно бесят.
Вот просто понимаете, постоянно вчера я играл. 99% больные животные гении, которые бегают. Просто бегают, 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 бегают. Ты весь бой бегаешь за этими гениями, как такой же гений, как и они. Ощущение, конечно, непередаваемое, ребятки, как у меня бомбило вчера. Смотрите, выстрелил только в меня, не в кого-то из них, в меня. Совпадение, да? Это я к чему, ребятки, все веду? К тому, что, к сожалению, как бы это ни было печально, как бы мы ни старались, но против обузных игроков вы ничего сделать не сможете. Да, они, к примеру, тратят на обуз, ну, допустим, 4 часа в день, да? Но за эти 4 часа они набивают 1000 киллов. А может и больше даже, а может и 1500 киллов, да? Я этого не хочу делать. Мне это не интересно. Мне не интересно обузить, понимаете, в чем суть. Я прихожу в игру поиграть. Зайти в бои, поиграть, поубивать противников. Я хочу за это адекватное оценивание для клановой битвы. Но гении разработки решили, что пошел я-ка я гулять, как говорится, да? Они все делают для гениев, которые будут сутками сидеть в игре. Вот такие вот гении, да? И обузить, 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 обузить. Такова реальность. Мне это не нравится. Очень сильно не нравится. Я против этого. Но, к сожалению, вы знаете прекрасно, что руководство Игрызуба лишено рассудка уже давно. Уже почти год, почти лет 5, да? Ну, 4,5 точно. Я, кстати, забыл вам рассказать интересную вещь. Ну, ладно. Расскажу после этого боя. Как говорится, лишено рассудка. И из-за этого, что психического здоровья, скорее всего, там нету, что интеллектуального. В общем, там отсутствует почти все. Глаза, возможно, тоже отсутствуют. Потому что иначе бы они видели проблемы игры, наверное. Наверное. Даже если бы не видели, это видели бы другие люди, которым бы передали. Ну, короче, неважно. К сожалению, они гении, да. И из-за этого мы должны с вами страдать. То есть, такое ощущение, что вот игру реально, как я вот как-то давно сказал. Ну, давно я сказал, когда это все понял, да. К сожалению, ко мне тоже это недолго. Точнее, не быстро дошло. Ну как, я всегда надеялся на то, что разработчики обладают каким-то интеллектом. Просто, ну, не всегда все получается, да. Смотрите, одна тычка. Просто одна тычка. Жесть, да? Я, кстати, добил гранатой. К счастью. Так вот, я о чем говорил? Говорил о том, что разработчики делают игру для гениев. И как вы видите, это стопроцентная правда оказалась. Ну, не то чтобы это кто-то не знал, наверное, но вот. Это печально. Это печально. Да, в общем, я немножко расстроен с тем, что игра для гениев. Вот реально это просто заметно, да? Вот если бы они старались сделать игру для всех игроков, да, то это было бы, ну, клановая битва была бы на час в день. Я хотел бы вам рассказать, но, скорее всего, уже не успею, там просто очень много слов будет. Но схему клановой битвы на час сделать, которая была бы адекватная, реальная и эффективная, ну, конечно, реально эффективная и адекватная, можно сделать без проблем. Вот прям без проблем можно было бы сделать, и разработчики Зубы ее могли бы реализовать совершенно спокойнейшим образом, могли бы реализовать, но они этого не сделали. И как же баг нарезает? Ну, посмотрите, ну. Причем, заметьте, у него контроль прошел, да? Когда я играю на баке, у меня ни разу в жизни контроль не пройдет. Что бы я ни делал, у меня он пролетит насквозь. Улетит вообще в сторону противника. Вообще непонятно куда. Ну, вы знаете, когда, как это обычно у меня бывает. Так вот. Я немножко печален. Опечален, да. Потому что если бы была нормальная игра, мы бы своим активным кланом сейчас, мы бы победили. Без шуток. Мы бы просто взяли и победили. Потому что у нас намного активнее ребята, чем в этом обузном клане, который занимает сейчас первое место. Если бы вот эта вся, ну, активность зависела от среднего количества, так сказать, славы, да? Хотя вот видите, у них многие ребята набили по 200 с чем-то. Это тоже как бы достойно уважения. У нас, давайте посмотрим тоже, сравним. У нас поменьше ребят набили по 200 с чем-то. То есть у нас менее активный клан. К сожалению. Такова реальность. Такова. Очень сложно делать, если честно, ребятки, активный клан. Многие. Во-первых, не из кого делать, потому что игра уже мертва. И поэтому тяжело все получается. Да, забыл вам рассказать. На почту прислали 2 изумрудных сундука в виде компенсации. Special gift for you. Да? 2 изумрудных сундука, видите. Что это за компенсация?
Объясняю. Ой, наверное... Короче, в Дискорде разработчики опубликовали у себя, да? Прекрасную вещь, такую, как называется... У нас проблемы. Баг мы нашли. Будем чинить, называется. Что это был за баг? Игру нельзя было запустить на некоторых устройствах Android. Вот как-то так. И поэтому разработчики фиксили баг и выпустили обнову 4.51.1. И в качестве компенсации из-за этого бага они дали 2 изумруда сундука. Чтоб вы понимали, ребятки, это самая максимальная награда. Зависла игра, ага. Самая максимальная награда из компенсации, да и из подарков вообще, когда-либо выдававшихся разработчиками. Это самая максимальная награда. Почему? Объясняю. У разработчиков Игрозуба были подарки дважды хорошие. Это были персонажи. Один персонаж был, когда ковид начался. Да. Дали всем случайного персонажа бесплатно. Бесплатно. У меня был черепаха. Ну, я очень везучий в этом плане. Да. А второй это персонаж Яра, который вы выдали с анонсом выхода обновления 3.0, потому что задержали обнову на полгода. Именно тогда, ребятки, я начал подозревать, что разработчики немножко гении. Немножко. Ну, тогда я все-таки надеялся на то, что они стараются, просто не все получается. Не все получается. Ха-ха-ха-ха. Ну, в общем, к чему это привело, вы сами все видите. Да? Так вот, после этого самая большая награда, которую получали игроки, это был золотой сундук. Золотой сундук. На день рождения Игрозуба. А сейчас, вы видите, дали 2 изумрудных сундука. Неужели для этих гениев что-то дошло? Я думаю, нет. Я очень сильно думаю, нет. Очень-очень-очень сильно думаю, нет. И вряд ли что-то изменится, ребятки, поверьте. Потому что я, не знаю, говорил вам или нет, но я, скорее всего, говорил. Вы знаете, в магазине продаются легендарные предметы за... Ну, вот цену сейчас понизили, да? 2400 гемов, да? Две штучки их продается. Нормально, нормально. Так вот, две штуки их продают, да? По понедельник или вторник они продаются. Рандомно, короче, в дни выбираются. Так вот, два легендарных предмета в неделю. Если таким образом покупать легендарные предметы... Капец, длинные зубы, да? Вот, если покупать таким образом легендарные предметы, то получится ситуация, связанная с тем, что... Вы через 20 тысяч плюс лет сможете собрать легендарные предметы на 45 персонажей фулл. Через 20 тысяч лет и более. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, там между 10 и 20 тысячами лет. Да. Я могу ошибаться, ребят. Тут вы уж меня извините, если что не так. Но, на мой взгляд, все именно так. Поэтому... Ну, вы понимаете, да? Шансов, что разработчики не гении, к сожалению. Ну, те, кто принимают решения, да, по игре зуба. Скорее всего, они... Ну, эти шансы, да, они нулевые. Такова реальность. Такова. Смотрите, краник есть. Прикольно, да? Анимация, скорее всего, не будет. Хотя было бы круто, если бы пивко выливалось, да? Эх, было бы круто. Но зато у нас есть текстура, которая вылазит сквозь текстуру платья, да? Почему? Потому что кто-то в разработке гений. Да, гениально. Ну вот как-то так, ребят. Будем, наверное, заканчивать, а то слишком много гениальности в одном видео, вы уж извините. Но я бы еще налил гениальности. Там столько еще мне в голове гениальности, от которой я хотел бы вам рассказать о разработчиках Игрозуба. Но об этом мы поговорим, надеюсь, в следующий раз. Видео гениальности все больше и больше. Все, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь, участвуйте в клановой битве. К сожалению, она такова, какова есть. К сожалению, нормальные игроки должны страдать, а гении будут доминировать. Такова реальность, ребятки. Смиритесь с этим. Я очень рад, что есть, конечно, нормальные игроки. Нормальные кланы, которые вот устраивают зарубу между собой, да. И есть вот такие вот кланы, которые, к сожалению... Ну, они молодцы, что стараются, конечно, ради победы, но... Будем откровенными. Это нечестная победа. Ну, к сожалению, она такова, какова есть. Жаль. Я бы все-таки хотел, чтобы у нас победа была в зависимости от активности каждого игрока в клане. И в зависимости от скиллухи. Кто более скилловый клан, кто более, так сказать, адекватно активный. То есть, если два клана активные по одинаковому параметру, да, то, к
кто более скилловый, тот и побеждает. На мой взгляд, это было бы честно и правильно. Но, к сожалению, кто мы такие, чтобы делать что-то правильное для игры зуба? Мы же не гении, да. Все, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.